Влад, ничья 2-2 в этом этапе в сегодняшней игре. Ну, расстроены, хотели выиграть, ехали за победой. И я думаю, игра так складывалась, что могли выиграть, но не забили свои моменты, нам реализовали как бы снова. Не забили свои моменты. Да. Твой первый гол в составе Гомеля символично получился в ворота Сморгони. Расскажи, как произошло. Ну, была подача, я бежал на дальнюю, видел, что за мной крайний хаф не успевает, и была хорошая подача, я не помню, кто там подал, наверное, Пухов или кто подал, ну и все, замкнул, играю головой, дальний угол, гол. Да. Ну и, может быть, что нужно команде сейчас поменять, чтобы так уже начинать радовать болельщиков? Да, мы хотим радовать просто, ну, видите, пока что не получается, мы очень хотим, мы очень много над этим работаем, и очень надеемся, что вот прямо сейчас следующая игра в Каминск, Нафтаны, мы там наберем 6 очков и будем радовать, и забивать, и не пропускать мячи. Мы очень хотим, просто чуть-чуть не получается пока что. Надеюсь, что сейчас оно должно все прийти. Ну и твои эмоции возвращения на стадион Сморгони? Ну, я здесь вырос в этом городе, у меня есть все родные, близкие. Как бы все равно приятно играть. Я здесь провел очень много игр, как бы все равно приятно играть. Было не совсем приятно, публика себя повела по отношению ко мне. Я думаю, так не должно себя вести болельщики, футболисты, которые здесь вырос. Ну, это их решение. Значит, мой гол в ответ им. Спасибо.